Некрасовскую линию метро хотят продлить в центр Москвы. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил Интерфаксу, что Некрасовскую линию метро могут продлить в центральную часть столицы. По его словам, при строительстве станции метро Нижегородская, которая будет связывать Некрасовскую линию и Большое кольцо, предусматривается такая возможность. Правда, в ближайшее время проект рассматриваться не будет. Как отметил Хуснуллин, власти могут вернуться к нему после 2027 года. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!